На сегодняшний день в Московской области действует ряд мер поддержки для развития малого и среднего бизнеса. Многие из них направлены на содействие предпринимательству, в том числе в условиях санкций. Подробнее о видах помощи рассказали на встрече с коммерсантами округа. При поддержке губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина в нашем городском округе реализуется широкий спектр мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для уже работающего бизнеса. Это позволяет максимально упростить открытие, ведение и развитие бизнеса на территории муниципалитета. Круглый стол прошел в рамках проекта предпринимательства партии «Единая Россия».